Добрый день, с вами Ирина Багнюк, канал «Усадьба Багнюк». Вот наш гибискус. Гибискус, в принципе, неплохо выглядит, хорошо все, хорошо развиваются нижние ветви. С тем, что вот эта ветвь будет, я определилась, пусть будет, не хочу его высокий, то есть это его будет высота максимальная, и эта ветвь мне нравится. Поэтому остается, ветвим ее и растим. Это хорошо ветвится. Тут какая-то чуть-чуть сухая часть. От предыдущей обрезки пенечек можно сократить. Значит, тут ничего не режем, тут ничего не режем. Тут тоже. Здесь тоже. Эти ветви тоже. Все прекрасно. Немножко наверху. Смотрите, что у нас. У нас вот тут веточка. Вот веточка, вот она. Она близко к вершине, толстенькая. Под ней выросла хорошая прямо рядышком. Вот эту оставим, а эту старую уберем. То есть почему нельзя было подождать с этой обрезкой до того, как надо было там боковые еще стричь? Потому что это вершина, и за ней надо следить, иначе мы получим обратную конусность просто моментально. Так, вот эти мы немножко сократим. Они хорошо растут, ветвятся. Тоже, чтобы они не очень быстро росли. Так, значит, та, которая у нас теперь вершина, вот эта вот ветвь, вместо той, что мы срезали толстой, мы ее сократим. Вот это будет тоже ветвь, мы ее тоже сократим. И вот наша вершина. Наша вершина. Вот у нее ветвицы вот здесь, хороший листик, вот малюсенький. И ее можно тоже вот так остановить в росте. Вот. Потому что наверху у нас и так тут довольно толстенько. Вот из листьями не видно. Вот, видите, довольно толстенько, не самый хороший вариант. Поэтому, чтобы оно еще больше не усугубилось, мы все тут сократили, остановили в росте. А эти ветви все еще будут продолжать расти. У нас было так жарко, он, бедный, что он цвет потерял. Стал такой бледненький. Вот. И будет расти и обрастать дальше. Ну вот, по-моему, все. По-моему, все. Ну, то какой мелкий лист у него стал, как хорошо он обрастает во все стороны. Вот это вот мелкое ветвление. О, цвести собирается здесь. Так что мне очень-очень нравится. И, по сути, у нас вершину дойдет. Тут все будет поддерживаться, ветвиться, периодически слегка сокращаясь. Главное не упустить вершину, чтобы она у нас не переросла сильнее вот здесь. И будет вполне симпатичный, хорошее деревце. Так что минимальная такая обрезка и вторжение. И пойдет опять на солнышко. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи!